Всем привет! С вами еженедельный отчет фонда «Город без наркотиков» о проделанной работе. На этой неделе опять куча барыг разным дерьмом, но обо всем по порядку. От информаторов фонда узнали, что в районе школы номер 106 некий Дмитрий распространяет наркотики. Во вторник совместно с Чкаловским отделом милиции приделали... Быков Дмитрий Игоревич. Он долго оправдывал свою фамилию. А где приобретал, живешь? Нигде не приобретал. Сам в карман упал, что ли? Или тебе вместе с в магазине оптики его выдали, что ли? Нашел? Хорошая позиция. Че, где искал? Может, мы сходим тоже что найдем? Ранее судим? Нет. Ну, судья просто не выйдет. Задерживали тебя ранее? Да. С чем ловили? Не знаю. Пластилин у тебя был в тот раз. Гашиш не могу. Гашиш? Быков Дмитрий. Все помню. Станция. Кроме самого Дима Быкова. Ты давай фамилию-то свою не начинай оправдывать. Но потом понял серьезность ситуации и начал сдавать других наркоторговцев. Во вторник совместно с отделом милиции номер 1 при продаже 5 грамм курительного говна задержали... Жуков Николай Валерьевич. Меченые деньги и еще 10 грамм вышибающего мозг дерьма при нем прилип, всех сдал. Работаем дальше. От информаторов фонда «Город без наркотиков» узнали, что в районе вертолета торгует героином какой-то лев. Нашли под него закупщика... И совместно с управлением на транспорте МВД УРФО приделали. И ведь правда лев. Богданов Лев Николаевич. У него нашли меченые деньги и более 50 грамм героина. По информации фонда, это людоед из известного клана наркоторговцев. Раньше они жили в особняках, потом заработал фонд «Город без наркотиков», и они все потратили на адвокатов. Теперь вот живет в вагончике рядом с помойкой. Цыгане, когда ловят за наркоторговлю, они очень крупные деньги тратят на своих адвокатов, продают свои особняки, коттеджи. Потом им приходится жить реально на помойках, в таких халупах старых, разваленных, и дом стоит прям вот, помойка рядом вся. Вся весь цыганский поселок на вертолете носит сюда мусорку. И вот эти цыгане живут здесь, Богданово, которые раньше были очень богатые цыгане. Сын барона. Сын наркобарона. И ведь все равно торгует героином, потому что больше ничего делать не умеет. Прилип лев, будет сидеть, оставив свой прайд на помойке. В среду в фонд «Город без наркотиков» пришел человек и проявил нормальное гражданское желание закупиться у наркоторговца, который травит молодежь курительным дерьмом. Совместно с Орджоникидзевским отделением уголовного розыска приделали... Нестеренко Артем Геннадьевич. То есть ты готов добровольно сотрудничать? Пока еще учится в институте, поэтому, чтобы отмазаться от тюрьмы, теперь, как и все говнобарыги, будут сдавать всех подряд, как из пулемета, пока не вернет свое напуганное, отравленное китайским курительным дерьмом тело к маме. Мужской праздник 23 февраля совместно с Орджоникидзевским отделением уголовного розыска приделали при продаже первентина. Сафин Роман Янисович. Он уже задерживался. Ранее задерживался сотрудник милиции, судим. Один раз. Какая статья? 158. И что тебе дали? 102 часов отработки. Отработал? Да. Что делал? Подметал. А? Подметал. Видимо, понравилось подметать. Объяснили, что не обязательно его опять определят подметальщики. Есть много других вариантов. Расстроился, всех сдал, работаем дальше. В воскресенье совместно с Орджоникидзевским отделением уголовного розыска приделали... Лаптев Андрей Владимирович. Еще прошлым летом узнали, что какой-то лапоть торгует в районе улицы машиностроителей. Разрабатывали информацию и, наконец, нашли под него закупщика. Закупились и приделали. Хотя он оказался не лаптем, а как и положено наркоторговцу. Ну вот, сами смотрите, даже значок нацепил, чтобы было понятно, кто он. А секс твоя работа? Нет? В смысле? У тебя написано. Секс, твоя работа. И контекс, да? Ты кто, распространитель контекса? Нет. Выяснили, в какую комнату он заходил, и обнаружили там меченые деньги, 3 грамма героина и некого... Павленко Владимир Иванович. Который почивал своего товарища Андрея производными своей задницы. Теперь ты скажи, ты где вот этот героин вообще взял? Ты сказал, что ты вот его привез откуда-то? Я его привез из Киргизии. Сколько ты привез его? 150 грамм. Так, теперь скажи, пожалуйста, как ты его привез-то сюда? На чем? На поезде, на самолете? Как вообще? На поезде. Ну, где он у тебя был? Я глотал. Сколько капсул ты проглотил? 35 штук. 150 грамм, 35 штук, да? Позже выдал еще 20 грамм разного дерьма. Оба будут сидеть. Нашел Вова приключение на свою волшебную жопу.
Причем так хорошо нашел, что и другу хватило. Так прошла очередная неделя, некоторые операции по наркоторговцам еще в процессе, поэтому пока мы о них не рассказываем. Обязательно сообщим позже. Будем и дальше работать. Всем привет, берегите свою жизнь и здоровье. Также напоминаем о нашем пейджере 002 абонент без наркотиков, телефон 8-953-400-953. Сообщайте о фактах и местах наркоторговли.